Уважаемые коллеги, хотел бы проинформировать вас о ходе голосования на избирательном участке номер 8345 в посольстве России в Эстонии. По состоянию на 15.00 в Таллине проголосовало около 1300 граждан России. Кроме того, наши сотрудники обеспечивают маломобильных граждан России, которые не могут приехать сегодня к нам, прибыть сюда, поэтому мы их обеспечиваем правом проголосовать вне избирательных участков, по сути дела, на дому. При этом мы поддерживаем тесный контакт с нашими коллегами в Ивангороде Ленинградской области, а также в населенных пунктах Шумилкина и Куничина гора в Псковской области, где по инициативе посольства и при активной поддержке Центральной избирательной комиссии были открыты специальные избирательные участки для проживающих на приграничных территориях Эстонии граждан России. Знаем, что и там работа продолжается, люди приходят проголосовать. При этом вынужден обратить ваше внимание на то, что, несмотря на наше неоднократное обращение к эстонской стране обеспечить повышенные меры безопасности дипмиссии и граждан России, которые принимают участие в голосовании, местные власти согласовали проведение очередной антироссийской акции прямо у входа в посольство 17 марта. В этих условиях я хотел бы поблагодарить всех россиян, которые, несмотря на непогоду сегодня, а в Таллине неожиданно пошел снег, и самое главное, оказываемое на них психологическое давление, пришли на избирательные участки для того, чтобы отдать свои голоса с целью определить будущее страны на ближайшие годы. Ну а тех, кто еще не успел это сделать, приглашаю в посольство России. Спасибо. А как в целом обстановка оценивается и в Таллине, и вот на тех других избирательных участках? В целом, как я сказал, мы поддерживаем контакт с нашими коллегами в этих специально открытых избирательных участках. Знаем, что процесс проходит без серьезных эксцессов. При этом по поступающим к нам информации есть определенные сложности при пересечении с соотечественниками границы. В этой связи я могу сказать только одно. Хочется верить, что упомянутые сложности связаны действительно с техническими нестыковками, а не стремлением эстонской стороны создать сложности для волеизъявления наших граждан. На 14.30 очередь в посольство для голосования. Да, очень большая. До улицы Лай и дальше. И насколько вероятно вообще, что вы справитесь с ситуацией, и что делать людям, которые до 8 часов не смогут войти на... Вы знаете, что по закону все граждане России, которые окажутся на территории избирательного участка по состоянию на 20.00, им будет обеспечено право проголосовать. Мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно большее количество россиян сумели сделать свой выбор сегодня. Когда примерно статистические данные можно будет получить, сколько в итоге пришло граждан проголосовать? Мы постараемся сделать это максимально быстро. Как только будут готовы подсчеты у нас здесь, мы их первым делом, естественно, сообщим в Москву. Мы отправим все это дело в территориальную избирательную комиссию. И потом постараемся как можно быстрее все эти же сведения опубликовать, сделать их публичными прям по максимуму быстро. Спасибо большое.